Всем привет, меня зовут Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео хочу посвятить рукодельному размусориванию. Я вдохновилась различными книгами. Магическая уборка Мари Кондо. Кон Мари. Дышите свободно. В общем, и решила избавиться от некоторых рукодельных вещей, которые мне, в принципе, не очень нужны. Ну вот, приступим. Значит, одно время я изготавливала сумки. Вот у меня остались ручки. Вот такие деревянные. Вот такие металлические. Это от старой сумки. Также пряжки, кольца, различные предметы декора. В ближайшее время я не планирую их изготавливать. Как-то перегорело, поэтому решила от этого избавиться. Следующее. Ниточки мулине. Я не знаю, сколько им лет. Это они изготовлены по ГОСТу. Еще 20 метров. Я вышиваю, в принципе, наборами, поэтому решила отдать их в добрые руки. Вот такой приборчик для изготовления буклированных подушек, различных изделий. Увидела однажды, как на рынке девушка делает. Она прямо на рынке это делала вот этой штучкой. Она протыкает ткань и образуется такая буклированная поверхность. Ниточку вставляется. Но эту технику я не освоила, поэтому следующее. Станок для вышивки. Заказывал на Алиэкспресс. Очень неудобный. От него выскакивают вот эти трубочки. Можно было, в принципе, склеить, но не хочу заморачиваться. Не очень удобный в работе. Следующее. Это пряжа для валяния. Пробовала я валять валенки. Сваляла своему сыну. Но эта техника оказалась не моей. Осталось еще довольно много, поэтому решила пристроить. В ближайшее время не планирую этим заниматься. Теперь, что касается вязания. Вот такая штучка. Для изготовления шнуров. Вот у нее вставляется такая штучка. И вот таким образом оплетается, и шнур образуется. Не планирую в ближайшее время вообще пользоваться, поэтому как-то не освоила я эту технику. Теперь, значит, спицы. Вот такие носочные. Неудобно они в использовании. Вот этими штуками, этими булавками, они мне уже лет 10, я вообще не пользуюсь. Я оставляю свободно петли, а потом вставляю спицу. Значит, вот такие спицы местами проржавели, поэтому не планирую ими вообще пользоваться, чтобы изделие не испортить. Еще вот такие спицы. Вот одна штучка отвалилась, кончик. Я ее замотала, но купила на замену уже новый и не планирую пользоваться. Зачем они лежат, мне тоже непонятно. В принципе, вот такие у меня масштабы бедствия. То, от чего я решила избавиться. Что-то выкину, что-то подарю, что-то отдам. Хотелось бы, конечно, чтобы людям пригодилось. Вот таким вот образом я решила расхламиться. Большое спасибо, девочки, что время мне уделили. Всего доброго, удачи вам, до свидания.